Ну, а ми зараз говоримо про іншу проблему, про проблему, яка може або вже виникла на у Кавказькому регіоні, і ми про це говоримо з Агілом Рустамзаде, азербайджанським військовим експертом, офіцер з 30-річним досвідом служби та участі у реальних бойових конфліктах. Агіл Рустамзаде, здравствуйте, слышите ли вы нас? Здравствуйте, да, слышу. Спасибо большое, что вышли с нами на прямую связь. Нас сейчас очень волнует, естественно, направление, которое называют Нагорным Карабахом. Вы, как человек, который не понаслышке знаете, что такое российская военная машина. Расскажите, пожалуйста, действительно ли российские войска уходят с этого направления, и что происходит в азербайджанско-армянском противостоянии по состоянию на сегодня? Ну, начнем с того, что российский контингент, который находится в Карабахе, он никуда не входил. Просто, как видно, у российской армии есть большие проблемы с бензовозами и с ремонтно-эвакуационными автомобилями. Вчера из Карабаха, из сил российского контингента были выведены бензовозы и ремонтно-эвакуационные машины количеством 110 штук. Но личный состав находится на месте, он продолжает нести свои службы. Что касается армяно-азербайджанского противостояния, в том или ином виде там продолжаются мелкие стычки. Это из-за того, что российский миротворческий контингент не выполнил свою задачу. Там продолжают находиться сепаратисты, которые время от времени обстреливают наше мирное население. И вот такими способами нам приходится либо уничтожать, либо брать под контроль точки, откуда осуществляется обстрел наших населенных пунктов. То, с чем мы имели дело в течение последних трех дней, это была зачистка горы Фаррух, которая из-за своей высоты, она имеет стратегическое значение, и она позволяет обстреливать большую часть Агдамского района. Мы были вынуждены взять под контроль эту горную вершину. Видите, России здесь нельзя верить, потому что российские информации, масс-медиа распространили информацию о том, что азербайджанские войска перешли в наступление на некоторых направлениях. Ну, Баку уже второй раз, да, если я не ошибаюсь, за несколько дней напоминает России, что нет такой административно-территориальной единицы, как Нагорный Карабах. Если Россия все же не выведет армянские войска с тех территорий, которые весь мир считает азербайджанскими, какими будут действия Баку? Вы знаете, 44-дневная война остановилась на тех границах из-за того, что там урбанизированная местность, там много мирного населения. Скорее всего, нужно предпринимать комплекс мер. Это не только военная операция, потому что там есть население, которое мы считаем, что за них несем ответственность. Правда, это сборная солянка со всего мира. Там есть армяне с Сирии, армяне с России, армяне с Еревана. Мы считаем, что мы можем взять под свое гражданство людей, которые, родители которых родились в Карабахе, либо эти люди проживали в Карабахе до 1988 года. Но все равно это мирное население. Мы думаем, что проводить крупномасштабную войсковую операцию это приведет к большим жертвам. То есть разрабатываются различные методы и мероприятия, но о каком-либо ближайшей военной операции, я думаю, что говорить еще рано. Ну, собственно говоря, то же самое, что в Украине. Да? Если бы Украина была готова не взирать на мирное население, то, наверное, Крым уже давным-давно был бы наш, и Донбасс тоже. Дякуємо вам. Спасибо. Это Агіл Рустамзаде, військовий експерт із Азербайджану, офіцер з 30-річним досвідом служби і участю у воєнних конфліктах.